ребят, я вчера такой фильм посмотрела. Там один мужчина застрял на целую ночь в музее. И там такое было. В общем, всем советую посмотреть. Ой, ночь в музее – это еще ерунда. А вот ты попробуй ночь в нашей школе провести. Здесь днем-то страшно, а ночью? А что страшного ночью в школе? О, нет, только не говорите, что нам надо это проверить. А почему бы и нет? На, серьезно. Лично я ничего не боюсь. Ой, ты-то не боишься? Таракана увидела и заорала так... А что будет, если ты привидение там ночью встретишь? Ты веришь в привидений? Конечно. Да что вы его слушаете, он же нас дурит. И куда же они деваются тогда, если мы весь день тут находимся и никого нету? Вот именно. А давайте проверим. И как ты собираешься это проверить? Возьмем фонарики и завтра, когда уроки закончатся, спрячемся в спортзале. И будем ждать, пока школа закроется. А ночью все здесь обыщем. Идея класс, okay. Я с тобой. Я тоже с вами. Конечно, немножко страшно, но как вы без меня? Артур, а ты как? Ой, делать мне нечего с вами ночью по школе бегать. Я лучше историю России почитаю. Ой, понятно, ты струсил. Ребята, он струсил. Да не струсил я. Если не струсил, значит завтра берешь фонарик и идешь вместе с нами. Ладно, но только потому, что вы без меня пропадете. Ой, да, конечно. Ладно, ребят, не забудьте фонарики, увидимся завтра. Да, и еще еду возьмите, а то вдруг мы там проголодаемся или еще что-нибудь. Не голодать же. Все, договорились. Ребята, заходим, тут чисто. Так, ребят, все готовы? Да. Еду, фонарики, рюкзаки взяли? Да. Ну тогда пошли прятаться. Как-то жутковато. Да ты чего? Это же такая же школа, только ночью. Да, внизу спит охранник. Если что, побежим к нему. Ну, конечно, побежим. Если его монстром сорвут. Ой, да хватит, прекрати, это уже не смешно. Терпеть не могу вот эти вот шутки. Вы это слышите? Что это? А я вот ничего не слышу. Неужели это правда призраки? Нет, ну почему всегда такие странные вещи происходят именно с нами? Да призраков не существует. Ах, не существует? Значит, ты нас обманул? Да не обманул я никого. Я всего лишь вас разыграл. Знаете, что привидений не существует. Тихо, я проверил. Так, с меня хватит, я иду к охраннику. Ну подожди, если родители узнают, что мы были тут, нам хана. Да, я согласна с Дашей. Надо тут переждать. Переждать что? Пока нас все монстры подряд сожрут? Ребят, да тихо! Ребята, а где Лука? Его здесь нет. Он, похоже, пропал. Правда, надо пойти его поискать. Да, стоп, мы тоже. Выходим из класса. Тихо, ребят, пожалуйста. Похоже, они будут вытаскивать нас по одному. Нужно держаться вместе. Без паники, все будет хорошо. Все, я так больше не могу, я ухожу. Девочки, постойте, нам нельзя разделяться. Лиза! Это ужас, теперь девочки пропали. Стоп, присаживайтесь. Ну вы даете, устроили тут квест с призраками. Такого в жизни я еще не видел. Ну что, будем звонить вашим родителям? Они, наверное, вас уже обыскались? А может, это не надо? Ну как же. А может, тогда выключим свет и поиграем в догонялки?
спать, а ты не спать. Чуть-чуть на него, Ген, доверни свет. Все понятно, я уже прожектор. Слушай, я могу даже вот так. Гена, успокойся. Отверни голову от него свет, Ген, отверни голову. Чуть-чуть доверни, не так много, давай, говори. Да, я тоже с вами. Только... Лина! Зачем кто там щелкает? Зачем ты делаешь? Еще раз по звуку брак будет. Ах, не существует! Значит, ты нас обманул? Дебил. Просто по фану. Ты обещал хорошую игру, вот где она? Артур, ты очень классно там смеялся очень. Я дурака думала, собрали бы нормально. Сейчас ты говоришь, да, если его не сожрут монстры. Не хотите выключать фонарик? Что там, побежать она предлагала? Конечно, если вы не слышали. Не, подожди, она предлагала мне. Она говорит, да, если что. Да. Ребята, он струсит! Они струсят! А я вот ничего не слышу. Кажется, зло смешно, типа, или как? Ну да. А я вот ничего не слышу. Еще раз, ты им говори, не в камеру. А я вот ничего не слышу. Слышу, не проглатывай. А я вот ничего не слышу. А я вот ничего не слышу. А, я не так сделала, я вдруг полка. Терпеть не могу. Не свети на нее, много света очень. На них и на нас не смотри. В шоке скажите, страшно. Вы это слышите? Что это? Что это? В камеру что ты смотришь, Лиза? И не надо как на всех смотреть. Один человек. Это Лиз. Так, спокойно, только не переживайте. Вы же сами слышали, что призиков не существует. Еще раз. Ее сейчас откроют, и вы потом туда пойдете. Ребята, вы стоите, они уже испуганы, и еще и не разбиваются. Еще раз. Ну, ты в кадре была. Что, проходить, что ли? Да, ходить красоваться. Давай. Это как-то не очень. Давай. Или поставим нашу песню. Что, просто ходи себе на диван. Ходи, красуйся.